Приветище, это фастфуд-манагер. У меня $99 в кармане. У нас сейчас с тобой открыта вот такая вот штука. Тут продаются кофе. Также у нас есть с тобой хот-догошная. И сегодня мы с тобой откроем еще и шаурмечную. Будем шавухой торговать. Как я обожаю шавуху. Мадам, здравствуйте, вы не хотите зайти со мной вместе? Нет, она не хочет. Хотел предложить по магазину, прошу вернуться вместе. Ну, ладно. Значит, а подожди, а может быть у меня и было инвентарь заходит. Так у меня все было куплено. Вот древая башка. Почему ты не посмотрел в инвентарь и бежал такой километраж наматывал в магазин? Давай теперь быстренько, как суслик, обратно на рабочее место. А, ну, кстати, не зря. Мне же нужно было еще включить вот этому амбецилу опен здесь. Он же самостоятельности не обучен. Он все ждет, когда я ему включу. Хот-догаш мы тоже включаем и понеслась. Надеюсь, что я сейчас на хот-догах быстренько заработаю оставшиеся $250. Тут у нас все нормально. Смотри, что я там заметил. Смотри. Вон там кекчуп валяется. Как присесть, чтобы поднять кекчуп? Походу, никак. Все. Это останется тараканом, вон тот кетчуп. Как ты туда провалился? Ладно, не будем по нему тосковать. Нужно просто начать работать. Достаем важные вещи. Да что ж такое-то? Блин, заказы понеслись, а у меня тут все опять валится. Выносим ящик с пивоандросом на улицу, потому что утро. Так, и черт, чуть не разбил. Значит, сосисочки. Сейчас, минуточку. Сейчас разогрею все. Сосисочки. Так, что-то как-то я не с той ноги, походу, сегодня встал. Все через плечо. Ну, елки-терепоньки, мадам. Ну что вы тут вот сидите? Смотрите, сколько у вас тут бутылок на столе. Взяли и подняли одну. Точнее, достали. У меня тут, между прочим, горит все. Слава богу, не сгорело. То бы сейчас попал на бабосики. Вот, стой, сосиска, впихивайся. Что-то сосиска не впихивается. Блин, уронил булку. Сосиска из-за тебя все. Вот, отлично. Пойдем-ка посмотрим, сколько там бабосиков мне прилетело. О, сейчас, минуточку, месье. Вот что за ленивые жопы. Ты ленивая жопа. Ты слышишь меня? Ленивая жопа. Я кричу тебе в ухо. И в это тоже крикнул. Уж ленивая жопа, чтоб... Два этих слова столкнулись в твоей башке слева и справа. Берешь, значит, руку вот так вот, просовываешь сюда в ящик. И достаешь, а деньги оставляешь на столе. Значит, хот-дог он просил, да, с перцем вроде бы. Перц, с горчицей. Держи, месье, вот хот-дог я тебе могу принести. Я пошел вообще бабосики, смотри, читать. Ух, у меня тут уже сыпется все. Ну почти. Я лаванде поднял нормаленько. Один ящик надо вытащить. Бутылки, стой. Офицер, точнее, служивый, что ты не ловишь бутылку пива-то, а? Она денег стоит. Ой, вот я тебя толкать могу? Подожди минуточку. А ну-ка, пойдем отойдем. Пойдем поболтаем. Смотри. Пойдем, заказ устанешь. Пошли, тебе говорю. Пойдем. Не стесняйся. Бутылка пива его затолкал куда-то за угол. Тебе, по-моему, да? Где в кепке ты? А вот, в шляпе ты. Вот у тебя бутылка перед носом стоит. Да почему ты такой тупой? Ну тупой, вообще тупой. Короче, надо ящики отсюда нафиг убирать и ставить просто бутылки вот так вот сюда. Так будет намного больше места. Даже... Хорошо, что бутылки не бьются, а то б я все нафиг тут расфигачил. Как ты вообще ходишь? Это что у тебя на лице надето? Это очки или для сна эта фигня? Забрал для сна. Маска для сна. Нет, очки для сна. Да как они, господи, мягкие называются-то эти для сна-то? Фигульно, короче, для сна. Ладно. Хорош, что-то я разогнался. Оу, черт, заболтался. У меня сгорело тут все. Ну что добро-то пропадать, да, значит? Вояке отдадим. Горелый. Че, вояка? Он прожженный типок, он выдержит. Ему как раз такое остренькое надо. Держи. Он даже счастлив, смотри. Хоть и горелый, с горелой булкой, но он был счастлив. Пришла дама, которая тоже захотела ультра-крутых сосисок. Значит, блин, да что у меня все с рук-то валится? Какие-то дырявые руки просто. Можно мне их заменить, пожалуйста? Боженька, пришли мне новые руки. Игровые руки. В реале у меня нормальные руки также. Всего и побольше, готовенько. Так, значит, держи раз. Держи два. А зачем я три сделал? Дубина. Три зачем-то одинаковых взял. Ладно. Значит, тебе. Вот бутылку. На. Где еще одна бутылка? Подождите. Где-то еще одна бутылка. Че, укатилась, что ли? Опять укатилась? Блин, от меня бутылки сбегают. Да что ж такое-то? Пойдем соберем бабосики. Может быть, и здесь хватит. Опять горочка нормально. Ой, задача выполнена. Да. Все, шавуху сейчас откроем. Откроем шавуху с тобой. Давай-ка заходим сюда. 650 шавуха стоит. Я ее покупаю. Шавуха. А сюда, значит, мы поставим чудика. Чувачка. Чувачок. Мне нужен еще один чувачок.
Кого поставим? Девочку-сушистку, чувака с дредами. Кто шавуху вообще делает? Какой-то должен быть нормальный. А, вот это вот давай поставим. Ну-ка. А, это не девочка, это мальчик. Нормально. Для хот-дога сойдешь. А, нет, это все-таки девочка. Грудина, смотри, какая грудина выпирающая. Получается, тебе надо отдать сосиски. Правильно же? Сосиски все отдаем. И булки тоже отдаем. А можно тебе... Нет, хот-дог нельзя отдать. Блин, бутылки с пивом тоже в него запихать можно, в принципе. Ну, в смысле, в девочку. Это же типа и склад сразу. Вот так вот. Продавай алкоголь. Поставлю здесь еще стульчики. Ну чё, удачи тебе. Давай. Мисс Кузи, как говорил бомжар рядом с... О, у меня же там булки сгорели. Ёпер... А, нет, у меня тут все было открыто. Фух, испереживался. Так, шаушма. Шаурмечная. Блин, как купил шауху, все, с речью проблемы начались. Шаухма. Где шаухма? Так и назову шаурмечную, точно. Так, мой бизнес... Шоп 2. Шаухма, значит. Шаух. С большими буквами. Шаухма. А. Ну да, пойдет, да, все, сойдет. Значит, в шаухме мы можем продавать как хот-доги, так и шауэрму. Но зачем продавать хот-доги, если у меня отдельный ларек для этого существует? А где моя шаухма, может быть? А, так вот она рядышком, наверное, вот здесь вот. Это шаухма? Это шаухма? Мы сейчас проверим, смотри как. Открывается, да, касса включается. Все, это мое место. Побежали скорее в магазин. Вертельня. Да, вертельня нужна. Вот что нужно. Кстати, можно список дел посмотреть. Купить мясо, лаваши в упаковке, капусту, огурцы, помидоры, морковь в упаковке, кетчуп, майонез, пресс-гриль, шаурму, гриль, лоток для овощей, разделочную доску, подставку для ножей. Купить столы и стулья. Настроить внешний вид торговой точки. Да там нормальная торговая точка. Значит, вот, наконец-то мне теперь нужны томаты, огурцы. Сколько всего покупать будем? Огурцы по одному же я покупаю, а не ящиками, правильно? Значит, ну вот, блин, есть что-то захотелось, прям шауха, вот. Слово шауха, это значит слюни уже текут. Вот, помидоров, томато тоже, тридцатку возьму. Тридцатка, значит, капусточка еще. Блин, сейчас шауху начнем делать с тобой. Это ж вообще геморно, это еще похлеще, чем с хот-догами, наверное. У меня место в инвентаре, нормально. Смотри, салатный набор у меня в инвентаре. Хорошо, дальше что нам нужно купить? Вот курицу, мясо для шаурмы, покупаем. Вот это морковка? Морковка в упаковке, давай, я даже не знаю, 4 упаковки возьмем. Вот, мясо и лаваши, лаваши нужны, ты видишь тут лаваши? Лаваши. Разделочную доску мы покупаем, ножи покупаем. Вот это что такое? Это лаваши, давай купим упаковок 10, а может быть и больше, еще давай десяток купим. Вот, главное, чтобы места хватило. Это что у нас такое? Стаканы для пива. Нет, мы такое не продаем. Это что такое? Подставка для хот... Хот... Вот оно что! Как я ее проглядел, подставка для хот-догов. Удобная штука же. Ну ладно. Значит, осталось купить кетчуп и майонез. Кетчуп. Инвентарь полон, прикинь. Ну да, внешний вид-то можно и поднастроить. Слушай, раз мы здесь, давай-ка мы в шаухма зайдем мою. Настроить вид. Значит, можем покрутить, да, но я хочу здесь... Где-нибудь есть шауха? Шауха, хот-дог. Вот это шауха. Похоже на мусор, да, я такое уже делал. Шауха. А давай собачачину. Собака в огне. По-моему, неплохо, только надо собаку, знаешь, какого-нибудь другого цвета, например, зеленого, токсичного какого-нибудь, такого едкого. Дальше, следующие элементы. Что? Стены покрасить в голубой, в синий, в черный. О, давай черный. На стиле будем. Черный это же на стиле. Элемент 3. Это что мы красим? Ага. Корпус здания красим. Пускай будет... Красный можно сделать? О, да, пускай будет красный. Привлекать внимание будем. Пятый элемент. Почему не подписано, что это за элемент? Красный, стекла будут у нас тоже. Стойка, стол. Белый стол. Хочу белый, он мне нравится. Или тоже черным. Нет, на черном ничего не видно. Зеленый, пускай едкий зеленый будет. Все, настроили вид. Отлично, пучком. Время уже 6:47, надо открываться, ё-моё, а у меня все закрыто. Ладно, чпиньк, open магазин. Пойду сейчас туда сбегаю, да прежде чем туда сбегать, надо выложить все. Мисс Кузи, блин, бомжары меня заразил этим мисс Кузи, вот я все выложил здесь. Давай, короче, наверное, еще и мясо выложу, вот так вот, оно замороженное, да? Ага, по льду, прикольно. И вот это вот, что это морковка, да? Все, место, 4 слота освободил. Быстренько булочками шевелим в магазин. Вот оно, оборудование, значит, мне нужна вот эта вот штука, я ее покупаю. Все, что-то еще?
что-то еще. Значит, пресс-гриль, шаурмя-гриль, лоток для овощей. Лоток для овощей, это как это вообще выглядит? Вот это лоток для овощей? Точно, это лоток для овощей, нифига себе. Я тут мимо пробегал, давай я тебе опен сделаю. Не стой как дебил, работай. Ну че, систер? Вот у тебя горчица, кетчуп, а ты все не... У тебя в загашнике вон сколько всего валяется, а ты все... Эх, чучмек, бешкек, на тебе всего. И побольше, все у тебя есть. Слушай, раз у тебя тут вот булка пропадает, дай-ка я ее заберу, бомжу отдам, по пути все равно. Бомжар, у меня тут для тебя вкуснецкое блюдо, держи. Ты, оказывается, неплохой парень. Я думал, ты новую фразу выучил. Ну шо? Ну шо, вот эту штуку покупаем, значит. Да, пресс-гриль. Ладно, покупаем. А, для шавухи, наверное, нужен пресс-гриль. Значит, все, задачу по шаушмечной купил. Все купил. Столы и стулья потом. Хотя можно и по пути забежать. Давай возьмем один стол. Вот этот вот дешманский. Есть. Так, места хватает. Нет, мест нету. Ну все. Теперь нужно это все дело расставить. Начнем же. Грильную вот эту штуку. Наверное, сюда давай ее поставим. Здесь удобнее всего. Я вот это сейчас переставлю. Давай уберем доску. Поставлю ее в другом месте. Значит, гриль у нас здесь. О, включается все. Мяско ставим сюда. Вот это мяско я забрал к себе. Давай, пускай оно там будет. О. А, нет, в инвентарь не получится. Блин, оно ж пропадет так. Надо морозилку купить. Ладно, денег на морозилку есть. Схожу за морозилкой, значит. Все, сырое мясо, пускай оно греется, крутится. О, да, запашок пошел. Ножи. Так, минуточку. Надо все как-то грамотно распределить здесь. Овощи где у нас будут резаться? Резаться они будут здесь. Поэтому здесь я ставлю вот эту штуку. Опа. Получается, доска мы ее сейчас разворачиваем. Вот. Криво, но ничего. Получается, ножики вот здесь рядышком. Я сейчас поставлю их. Вот так вот ножики. Помидорки. А, гриль. Опаньки. Пойдет. Тогда, получается, что мне еще нужно? Лаваш. Лавашек. Давай-ка тебя сюда закинем. Подожди, это... А он сюда не кладется, между прочим. Использовать, чтобы вращать. Мне не надо вращать. Ну, допустим. А, мне же его завернуть и потом сюда положить, правильно же? Так, тогда я беру, срезаю мясо. Вот оно, мясцо. Кладу вот так вот. Мясо слайсами. А сколько, какое количество? Подожди, давай мы откроемся. Мы сейчас попытаемся первый заказ сделать. Мы сейчас откроемся. А, шауха у нас будет сколько стоить? Давай-ка посмотрим. Она будет стоить у нас десятку, $10. Даже можно побольше поставить. 10,5. Да, нормально. Open. Мы открылись. Значит, дальше мы кидаем сюда всего-всего-всего. Заправляем, конечно же, мазиком, кетчупом. Весь прикол в том, что это я делаю для себя. Если сейчас придет сюда какой-то чувачок, он явно закажет не такую шавуху, которую я сделал. Значит, я тут всего добавил. А как мне это теперь... А, завернули. Вот. И отправляем в гриль. Какая вкусная это, блин. Блинский. А, кстати, морковка. Морковочка. Сейчас я ее отсюда заберу. И вот сюда добавлю. Морковку забыл даже. Конечно же, морковочка. Моя шаурмечная. Красота-то какая. Итак, первый заказ. Клиент пришел. Он просит, значит, лаваш без мяса. Смотри-ка. Кто такой ест? Ты что, веган, что ли? Просто капусточки мне туда, говорит, вкинь. Помидорчиков. И все это мазиком заправь, и я буду счастлив. Моя шауха тут не сгорела? Фух, слава богу, нет, не сгорела. Значит, мы берем... Кидываем. Сейчас чуть-чуть подогреем. Вроде нормально приготовлено, да? А, сгоревший. Это сгоревшая шауха. Она вот так вот выглядит сгоревшая. Блин, ладно, сейчас посмотрим, как приготовлено будет. Нормально приготовлено. И вот это вот что с мясом у меня потихонечку тает. Надо сюда холодильник по-любому притащить. Так, готова шауха? О, вот так вот приготовлено. Держи. Отлично. Все, мы закрываемся. Я пошел в магазин покупать себе холодильник. Ну че, морозильничек. Черт подери, он $400 стоит. Капец, как я так обосрался. Я думал, что он стоит 250. Ладно, меньше думать надо. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что сейчас магазинчик прикроется. Да, через полчасика прикроется вот этот ларечек. И я получу с него прибыль. И тогда... Что ты тут, усач, сыстес? И тогда я смогу купить себе морозилку. Обычно же $400 я получаю со всего этого. Ну все, бежим дрыхнуть.
Сейчас посмотрим, смогу ли я получить выручку. $756. Это же еще из хот-догошной. Я забыл про нее совсем. Чума. Значит, бежим покупать морозилку. Моя прелесть. Теперь-то у меня есть. За $400 холандос купил, да? Вот это я дубина. На кой черт он тебе сдался? Да не, на самом деле продукты там хранить, это же вообще нужная вещь, а то они же пропадают. Ну че, красоточка моя красная, как у тебя тут дела? Давай попробуем холодильник тут воткнуть. Вот, например, самое место, наверное, вот здесь. Вот, да, прям вообще хорошо он тут размещается. Открываем. О, сколько там места. Значит, запихиваем в холодильник. Так, что еще туда запихнуть? Конечно же, помидоры. А, помидоры нельзя туда поставить. Ничего себе, как он подпрыгивает. Смотри, 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 смотри. Забавно. А если вот так вот понаделать? О, воу, воу, воу. Да у меня тут цирковое представление. Взять. Сейчас мы это нашинкуем. Минуточку, мне больше не надо. Все, все, все. Помидорчики разлетелись. Кто ж еду раскидывает? Так, ну хватит, помидорки, успокоились. Что происходит вообще? Морковку. Морковку могу. Вот, значит, морковку выкладываем. Все, что в упаковках, сюда выкладывается. Значит, открываемся. О, у другана здесь. Ты что, хот-доги делаешь? Или что это у тебя там? Что тут делаешь? Полиция пришел, сразу говорит. Ну-ка, сделай-ка мне шаурмеку. Шаурмеку. Значит, смотри, что он просит. Он просит. Так, минутку, минутку. Да шо, у меня все полетело куда-то в пекло. Так. Берем лавашек, разворачиваем. Нужно мяско. Вот, мяско, пожалуйста. Капусточки. Морковки. Кстати, помидорки надо нарезать. И майонез, да? Майонез. Вот так вот делаем. Сворачиваем в гриль. Помидорки сейчас порежем. Эти так и скачут. Что ж, откуда я их взял, эти помидоры? Вот тут можно? О, можно и не только на доске резать. Это хорошо. Закидываем. Кажется, у меня нож вылетел. Опасно. Помидорки все сюда. Что там по грилю? Готово, держи. Не то? Я что-то забыл, видимо. Что я забыл? Подожди-ка, не угодил товарищу полицейскому. Значит, еще раз. Мясо. Капуста. Морковка. Я, наверное, в прошлый раз огурцы не положил, да? Мазик. Сворачиваем. Блин, две шаухи. Прикинь, придется ему делать. Ну, одну я уже отдал. Так, получается, нужно капусту нашинковать. Сейчас я этим займусь. Капусту нашинковали. Закидываем. И огурчики. Что там, готово? Нет, не готово. А огурчик один. Готово? О, да. Ну, подожди. Я ему, кстати, отдал ее. Ах, негодяй. Он возвращается. Он возвращается. Снова тоже попросил. Засранец. Третью шоуху просит. Но если он сейчас и в этот раз уйдет, то я на него обижусь. Так, ножик. Ножик. Срезаем. А шавуха вот это пропадает? Нет, пока нормально. Куда класть-то? Минуточку. Минуточку, значит, кладем. Мясо, капуста, огурчики, огурцы. Вроде все положил, да? Ничего не забыл. Мазик! Мазик, а можно просто вот так вот как-то... Нет, уже не плюхнешь. Фу ты, блин. Капец. Куда ножик упал? С пола вкуснее будет, нормально. Для него можно, для этого полицейского. Он первый раз меня обдурил. Значит, капуста, помидорки. Какая помидорка? Твою налево. Твою налево. Я сейчас пропанюсь конкретно. Он сейчас опять уйдет. Значит, огурцы. Морковка. Салат. Мясо. Майонез. Сворачиваем. Печем. Подожди чуть-чуть. Все, сейчас я по-твоему сделал, как ты хотел. Столько шаухи перевел. Ужас. Просто ужас. Там одна вообще, он сбежала, смотри, как колобок выбежал на дорогу. Тебя сейчас там раздавят, дуреха. Ну чё ты, быстрее давай. Варись, жарься, быстрей. О, готово, на. Аллилуйя, мои первые... Нет, это вторые деньги. Первую шавуху я вчера делал. Так, ты вернись. А, хотя кто тебя купит такой? Помидоры скачут до сих пор. В общем... Это был день открытия шаухи. Как что будет продолжаться? Надо закрыть магазин. Как что будет продолжаться дальше, ты узнаешь в следующих сериях. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим роликом и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы увидеться в новых видео. Так что до встречи!